Кадетский корпус Министерства обороны Республики Казахстан имени Шоканова Алиханова приглашает граждан для обучения. Кадетский корпус – это единственный в СНГ центр по подготовке профессиональных сержантских кадров. Выпускники кадетского корпуса приобретают диплом о техническом и профессиональном образовании по специальности менеджмент среднего звена в военном деле, сертификат о прохождении курса вождения автомобилей, возможность прохождения службы в различных родах войск, мотострелковых, артиллерийских, десантно-штурмовых, разведывательных, танковых, инженерно-саперных, возможность карьерного роста на должностях сержантского состава, полное государственное обеспечение, включая денежное довольствие, вещевое имущество, медицинское обслуживание, обеспечение служебным жильем или получение ежемесячных жилищных выплат для аренды или покупки жилья, поэтапное повышение квалификации в ходе прохождения воинской службы, возможность выхода на пенсию в 45 лет и пенсионные отчисления в размере 50% денежного довольствия по последней занимаемой должности. Что нужно для поступления? Иметь аттестат об окончании 11 классов средней школы, средний балл успеваемости не менее 3,5. В год поступления быть не моложе 17 лет, но не старше 22. Подать заявление на имя начальника департамента по делам обороны по месту жительства. Более подробную информацию можно получить в департаменте по делам обороны по месту жительства либо по ниже указанным контактам. Не упусти свой шанс стать профессиональным защитником Родины.